Давненько что-то у нас Насти не было. Наверное, уже все? Выдохлась? Не на ту напал. Она усердно работала в секции ГТО. Ты же знаешь, что с этого года ввели сдачу нормативов? Не обошло стороной. Так что прямо сейчас Анастасия Матухно расскажет обо всех тонкостях готовности к труду и обороне. Вновь введенные нормы ГТО белгородцы уже успели испытать на себе. Я тоже решила узнать, на что способна. Скажу сразу, хожу на атлетизм пару месяцев. ГТО – готов к труду и обороне, а по-другому – система общепринятых нормативов физической подготовки. Она существовала еще в Советском Союзе и снова вводится в наши дни. Сдача норм ГТО подтверждается значками и, возможно, для людей от 6 до 70 лет и старше. Система делится на возрастные категории и постепенно начнет действовать не только в школах и вузах, но и на предприятиях. В нашей секции мы развиваем все физические качества, такие как быстрота, выносливость, гибкость, координация, сила. Но также в нашей секции ведется подготовка к испытаниям по выбору, таким тестам, как плавание, туризм, стрельба из электронной винтовки и так далее. Введение комплекса ГТО имеет те же задачи, что и раньше. Это разностороннее развитие физических качеств, это укрепление здоровья. Если человек уверен в себе, это повышает его самооценку. А для этого мы здесь, подготовить студентов для сдачи норм. Что ж, результаты для меня довольно неплохие, но нам всем всегда есть к чему стремиться. В секции ГТО студенты могут заранее отработать все нормативы, которые их ждут. Также они наберут баллы для зачета. Обладатели золотого, серебряного и бронзового значков будут награждены. Вопрос о том, как будут поощрены студенты, находится в стадии разработки. Моральному духу ребят из секции можно только позавидовать. А ты уже знаешь, на что способен?